Здравствуйте, вы на канале HarshZ.info, и сегодня я вам покажу, как изменить стиль значков на вашем главном экране. Чтобы изменить стиль значков, вы должны зажать на пустом месте, после нажать вкладку «Персонализация», «Пакет значков», и тут можно выбрать по умолчанию «Nothing», либо же выбрать цвет. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.